В Гродно встретили 100-тысячного безвизового туриста с начала года. Ним оказался 68-летний житель польского Белостока Андрей Кучинский. Границу он пересек в составе туристической группы, которая приехала в регион на 2 дня. В программе посещения гостей из Польши были запланированы знаковые исторические места областного центра, старые и новые замки, музеи. Торжественная же встреча юбилейного туриста для всех стала приятной неожиданностью. В качестве подарка Андрей Кучинский получил пригласительный билет на фестиваль национальных культур, который пройдет в Гродно в следующем году. Я никогда Гродно не видел. Я никогда не видел Гродно, это очень красивый город. Река Неман, здесь очень интересно. То, что я стал 100-тысячным туристом, приятная неожиданность для меня. Я обязательно приеду и посмотрю ваш фестиваль. Расширение безвизовой зоны, объединение ее с Брестским регионом, включение дополнительно 5 районов нашей области, все это позволит создать такую своеобразного рода туристическую дугу нашей страны, которая будет давать возможность беспрепятственно, удобно передвигаться нашим туристам. Напомним, уже с 10 ноября территории Брестской и Гродненской областей будут объединены в одну безвизовую зону, что позволит иностранным туристам беспрепятственно посещать оба региона.